О возможном строительстве в Казахстане атомной электростанции говорили сегодня в Мажилисе на собрании фракции партии «Аманат». Спикер Мажилиса особо подчеркнул стратегическую важность возведения АЭС для успешного будущего страны. Ерлан Кошанов заявил, что партийцы готовы внести свою лепту в организацию широкомасштабной информационно-разъяснительной работы. Депутаты фракции «Аманат» полностью поддерживают идею главы государства о проведении референдума. Партия «Аманат» готова принять участие в проведении данной кампании совместно с правительством, организовать широкомасштабную информационно-разъяснительную работу. Мы уверены, что все политические партии, неправительственные организации нашей страны верят в прогрессивность инициативы президента по возведению АЭС и вместе с нами приложат все усилия для ее реализации.